Всем привет, ребятки! С вами Погнали Let's Play. Мы начинаем проходить новую часть игры «Как достать соседа» — «Каникулы олигарха». Погнали! То, что я прекрасно знаю, что вам всем нравится, вот, ну, только первая часть. Ну, как эта часть, «Каникулы олигарха», мне она понравилась из всех продолжений неофициальных больше всего. Она мне понравилась. Поэтому я решил записать видео о ней. Не буду вас томить. Давайте сразу перейдем к делу. Особняк олигарха. Как на дрожжах вырос дом нового деревенского жителя. Ремонт еще не закончен, а новосел уже вкушает радости шикарной жизни, попивая сок на балконе. Дайте соседу понять, что право на жизнь нужно уметь отстоять. Ну, в нашей деревне жизнь текла своим чередом. До тех самых пор, когда в один из дней у нас не поселился новый сосед. За 3 месяца он построил не просто дом, а целый дворец. Да вот только вести себя по-царски он так и не научился. Как ни пытались местные его утихомирить, все без толку. Негодяй всех подкупил. И вроде и смирились уже все, да не тут-то было. Парнишка молодой, из крайней-то избы, мириться не стал, а решил поставить новосела на место. Показать, что не все еще в этом мире продается. Особенно спокойная жизнь. Ну, тогда давайте мы проучим нашего соседа. Так. Вот, кстати, вот мне что сейчас сразу бросается в глаза, то что здесь все-таки разработчики вот этой вот части неофициального продолжения «Концерт соседа», то что вот они вот добавили что-то свое. Вот видите, эта карта. Это такого раньше реально не было. Я такого не припоминаю, чтобы такое когда-то было. Такого никогда не было. Так, сосед у нас пока стоит, сачок пьет. Так, холодильник. Угу. Оп, блин, липкую ленту надо было взять. Так, давайте глянем, что у нас в корзине для мусора. А, ну микроволновку я знаю, что с ней можно даже сделать. Микроволновку можно скотчем замотать. Я надеюсь, то, что в это место сосед у нас заходить не будет. То, что вот музычка хорошая. Вот мне музычка нравится. Давай, сосед, вали давай отсюда на свой балкон. Бей сок и вали на балкон. Так, а мы пока что пойдем соберем туда липкую ленту и устроим ему сладкую жизнь. Так. Значит, ждем, пока соседушка выйдет. Потому что я хочу сделать сразу комбо, чтобы он вышел, а потом сделать сразу же все приколы на кухне. Так, чтобы у вас было больше времени. Потому что он пока там будет брать все свои эти вещички на кухне, ну и на балкон будет входить, то я... Ну, времени, короче, у меня будет больше. Я тогда расстелю эту липкую ленту. Ну и быстренько сюда на чердак спрячусь. Так, идем. Вот просто главный герой этой вот игры, он значительно, ну, заметно медленнее вот главного героя из предыдущих частей «Как достать соседа». Так. Давайте микроволновку ломаем. Быстренько. Теперь вот сюда. Так, дальше берем ему
Монтажной пеной холодильник заливаем. Так. Ну, сейчас он туда выйдет, а там его сюрприз ждет. Так, давай. Быстро. О, какую муху-то поймали, хорошенькую. Муху-то поймали, хорошую. Подошу сеточку. Давай. Да хватит уже болтать по мобильничку. Тебя розыгрыши ждут. Давай. С холодильничком то же самое. Так, давай тогда быстренько обмотаем микроволновку скотчем. Так, и уходим. А потом просто возьмем ему кожуру банановую сюда положим. Мне интересно, он с балкона вылетит или нет. Давай быстрее, братан. Так, вон он взял трубу. Быстрее, быстрее. Да быстрее. А то он нас может спалить, этот соседушка. Давай, успели. Давай, соседушка. Иди, тебя ждет сюрприз в микроволновке. О. Так, сейчас он опять возьмет сок, пойдет на балкон, а там его ждет еще один сюрприз. Все, прощай, сок. А так. Так, ну, следующую серию мы... Ну, точнее, следующий эпизод мы пройдем уже в следующей серии, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик. И можете также посмотреть, ну, мои предыдущие прохождения игр этой серии. Можете также глянуть. Всем удачи и пока-пока.